Здравствуйте, меня зовут Валерия, и о прогнозе погоды на 14 сентября вы узнаете от меня. В Барнауле ночью плюс 8, днем плюс 17. В Белокурихе ночью плюс 5, днем плюс 19. В Горно-Алтайске ночная температура плюс 3, дневная плюс 18. Посмотрим, как обстоят дела с погодой в нашем городе. В Бийске переменная облачность, ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 17, плюс 19. Дорогие бийчане, я хочу пригласить вас на подиумный показ от модельного агентства «Нью-Лук». Ждем вас 21 сентября в 18:00 в лаунж-баре «Подиум».